За все благодарите. В доме уютном, в горшке керамическом роза взрастала прекрасным цветком. Все есть в избытке, в тепле электрическом, и не мечтала она о другом. Ей не хотелось замены привычного, ей бы и дальше под лампочкой жить. Только однажды, весенней порой, вынесли розу из мира тепличного и поселили на грядке сырой. Неженке это совсем не понравилось, ей бы и дальше под лампочкой жить. Тут не на шутку она опечалилась, чаяла душу кому-то излить. Полная слез огляделась в округе и подалась изумленно вперед. Там, среди асфальта, у самой дороги, солнышком желтым былинка цветет. Ей захотелось общения с соседом. «Можно тебя, одуванчик, спросить, как ты цветешь в месте гибельном этом? Здесь же и дня невозможно прожить». И отвечал одуванчик: «Не жалуюсь. Через преграды однажды пройдя, волею Божьей живу я и радуюсь лучику света и капли дождя. Нет для Творца ничего невозможного. В этом, поверь, убеждался не раз. Из положения самого сложного выведет он в свой назначенный час. Время придет, парашютами белыми я разлечусь по просторам земли, чтоб семенами взойти скороспелыми дети в удобренной почве смогли». Выслушав речь одуванчика бодрую, роза подумала: «Мне ли роптать? Бог усмотрел для меня почву добрую, я ж не увидела в том благодать». И покраснев, лепесточки расправила, взор устремила наверх небесам, пышным цветением Господа славила, радуясь дивным Его чудесам. Слава Господу!